победы. Победы важного исторического значения для судеб всего мира. Этот день есть и будет для России, для нашего народа, священным. Мы должны быть достойны подвига всех тех, кто насмерть сражался с врагом, защищая родную землю. Дорогие старооскольцы, поздравляем вас с Днем Великой Победы. Желаем здоровья крепкого нашим ветеранам, труженикам тыла, детям войны. Самая наша главная задача – сохранить память. Память о той великой победе, которая была создана руками наших дедов и отцов. Мы сегодня, как всегда, по традиции, возложили цветы к памятникам Жукова, памятнику строителям железной дороги. Также побывали в сквере скорбящей матери. Сегодня Староскольская земля говорит о том, что очень много было славных подвигов. И по всей территории сегодня мы находимся сейчас на площадке Атаманского леса, в которой проливалась кровь наших героев. Для того, чтобы мы сегодня имели спокойное, мирное небо, жили достойно. Вечный огонь, который сегодня горит на площадке данного мемориала, говорит о том, что мы будем помнить эту великую победу. С праздником! С Днем Победы!